Йоу, всем привет, друзья! И сегодня у меня необычайно превосходный день. Я чувствую себя великолепно, ведь ко мне пришел самый последний 120-герцовый гравированный iPad Pro 2020 года. Стоп, я чувствую, что ты хочешь этот нож. Может, тебе реально надоели фиговые кейсы на сомнительных... Сейчас я хочу, чтобы вы почувствовали мои эмоции в тот момент. Они были захватывающими. iPad я купил исключительно для Stand of 2 и начинаю распаковку. О, какая это прелесть. Что ж, начнем. Окей, вот этот прекрасный iPad. Прямо сейчас мы его откроем. О да, какой же он классный. Вот все завернуто данным способом. iPad на 128 гигабайт. Значок Apple. А сейчас немного невероятно блаженного ASMR. Вот мы и добрались до коробочки. Чувствую, сейчас поднимется крышка. 3, 2, 1. Пау! Мурашки по коже. Какой же он прекрасный. Окей, давайте достанем. Сразу бросается в глаза широкоугольная камера. А теперь внимание, изюминка этого айпада. Это чудесная гравировочка в LEDMIX и YouTube. Боже, как же он блаженно выглядит с задней стороны. Так, давайте отложим iPad в сторонку и посмотрим, что у нас идет в комплекте. Открываем, и тут у нас инструкция. Так, ничего интересного. Кабель для зарядки с необычайным входом. И сразу хочу выделить несколько минусов данной зарядки. Из минусов это то, что теперь я не смогу вставить его в ноутбук и подключить к iPad, чтобы передать какую-либо информацию с помощью USB. И подключить проводные айфоновские наушники я тоже к нему не смогу. И непосредственно сам блок питания. Кстати, он достаточно объемный, и я рассчитываю на быструю зарядку. Все, больше ничего не идет в комплекте, хотя можно было и положить какие-либо наушники сюда за такую-то цену. О, этот звук. В тот момент я трепещал от восторга и приступил к запуску айпада. Сначала снял пленочку, включил. Hello, здравствуйте. Я так понял, тут приветствие на всех языках планеты. Супер, в общем, сейчас я его настрою и посмотрим, насколько он хорош будет в игрушке Stand of 2. Все, скачал прекрасную игру Stand of и сейчас захожу. Так, я в игре, друзья. Это невероятно гладкая картинка. Сразу хочу ваше обратить внимание, тут просто качество превосходное. Из главных плюсов я заметил большой экран, что теперь мне позволит намного быстрее и четче наводиться на противника. Как же это прекрасно. С первых секунд игры я тут же почувствовал огромное удовольствие. Испытывал iPad я 7 дней и могу с уверенностью сказать свое мнение за это время провождения с данным iPad. За 3 дня игры я уже стал играть лучше, чем за полгода игры на iPhone XS Max, при том, что я вот-вот перешел на правую стрельбу. Тут я учился играть с правой стрельбой. Да, это выглядит немного забавно. Я постоянно путал кнопку приседа с прыжком и еще что-то там путал. В общем, было максимально непривычно. Ну а как мы знаем, если мы выходим из зоны комфорта, значит мы в какой-либо степени развиваемся. И это было начало рождения легенды. Потом пошло. Обновление. Калибровку в матчмейкинге с рандомом прошел на Феникса. Апнул Рейнджера. На следующий день чемпиона. На данный момент я мастер. Играя на телефоне, я об этом звании мог только мечтать. Прыгающим от радости я до сих пор качаю скилл. Катаю фейсит ГФПЛ с прошками и киберспортсменами в ММ аналогично. И как мы знаем, играя с сильными противниками, мы сами становимся гораздо сильнее. Брейн, стрейфы, аим, все это улучшилось просто в разы. Но без минусов тут не обойтись. Опять же, по поводу производительности айпада. Все прекрасно, все летает, мне все очень нравится. Но в какие-либо моменты происходят просто миллисекундные какие-то влаги, что ли. Maybe это из-за пинга, но как-то очередями прогружалась картинка, и меня это немного смущало. А так он летает как пушечка, просто волшебный. Просто, блин, у меня нет слов, чтобы выразить свой восторг. Я чувствую себя просто крышесносно и полностью удовлетворен. Пойду качать свой скилл и двигаться только
вперед. Если хочешь еще видосов по данной тематике с данным айпадом, там хандкам, еще что-то, то пиши об этом в комментариях, ставь свой лайк на данный видеоролик и подписывайся на мой канал с колокольчиком. Со мной будет всегда безумно интересно, так что оформляй свою подписочку на мой канал прямо сейчас. С вами был я, Влад Микс. До новых встреч.